В мексиканских школах устанавливают парты с педалями. Во время уроков школьники могут одновременно делать легкие упражнения. Это часть борьбы с тревожным ростом числа людей с ожирением в стране. Недавнее исследование в Мексике показало, почти 8% детей в возрасте до 5 лет имеют избыточный вес или страдают ожирением. В то же время, как эта же цифра, но среди возрастной группы от 5 до 11% еще выше, 19%. В этой школе уже полностью оборудованы две классные комнаты. Планируется постепенно добавить их во все кабинеты, которых больше 20. Одна такая велопарта стоит больше 140 долларов. Это примерно 65 тысяч тенге. После того, как мы вернулись к очным занятиям после пандемии, мы начали наблюдать, что дети более беспокойны и набирают лишние килограммы быстрее. В этом проекте мы пытаемся решить эту проблему. Vimos el déficit de atención.